4 июля 2007 года сбылась олимпийская мечта России. Город Сочи был назван столицей 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр, столицей первой для России зимней Олимпиады. И сегодня страна штурмует эту вершину. Строятся новые дороги, объекты инфраструктуры, уникальные спортивные сооружения. России есть чем гордиться в спортивных достижениях, а особенно в зимних видах спорта. И пусть победы Сочинской Олимпиады еще впереди, но сегодня у Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи уже есть свое золото и серебро. Это первые памятные и инвестиционные монеты программы «Сочи-2014», выпускаемые в обращение Центральным банком Российской Федерации. История появления олимпийских монет связана еще с играми в Древней Олимпии, где имели хождение металлические знаки оплаты, отчеканенные в области Илида. Ими пользовались постоянные обитатели святилища Зевса, а также многочисленные гости, прибывавшие на олимпийский праздник. Олимпионики увозили из Олимпии монеты как память об играх, на которых они обрели славу. Олимпийские монеты – один из популярнейших объектов коллекционирования в мире. Страна, принимающая Олимпиаду, обязательно выпускает свою коллекцию монет. Подход к их созданию максимально творческий. Художники-медальеры, граверы, инженеры-технологи, чеканщики монетных дворов мира используют при их изготовлении самые передовые технологии и разработки. В период подготовки к 22-м Олимпийским играм 1980 года в Москве Государственным банком СССР была разработана монетная программа по выпуску памятных монет из драгоценных металлов. Для ее реализации специалисты Гознака изобрели и защитили патентами технологии изготовления золотых и серебряных изделий качества пруф. Были изготовлены 45 наименований монет из золота, серебра, мельхиора и впервые монеты из платины. Монеты, посвященные Олимпиаде 80, были объединены в тематические серии. География Олимпиады, виды спорта, народные виды спорта, спортивные сооружения, олимпийская символика. На монетных дворах Гознака был изготовлен и главный символ спортивных побед – полный комплект олимпийских медалей. Успешно выполненная олимпийская программа подняла мировой рейтинг монетных дворов России. Санкт-Петербургский монетный двор Гознака. Основан в 1724 году по указу Петра I, провозгласившего, чтобы в денежном деле прибыльнее было, и для лучшего усмотрения порядочной модели золотую монету в Санкт-Петербурге делать в крепости. Сегодня это старейшее предприятие отрасли с почти трехвековой историей и сложившимися уникальными традициями. Именно здесь, в талантливых руках художников, рождаются образы монетной программы «Сочи-2014». Вдохновленные рекордами выдающихся российских спортсменов, дизайнеры создают эскизы серебряных монет, увековечивая миг спортивного совершенства. Использование в дизайне 16 редчайших растений-эндемиков, произрастающих в Сочинском регионе, делает дизайн этих монет поистине уникальным. Замысла к эскизу, от эскиза к трехмерной модели, а далее в процесс вступают инновационные технологии Гознака, точный глаз профессионала и искусные руки мастеров, доводящие форму до совершенства. We'll be right back.
планетной программе «Сочи-2014» используются драгоценные металлы. Золото 999-й пробы для памятных и инвестиционных монет. Серебро 925-й пробы для памятных и 999-й пробы для инвестиционных монет. Масса монет из драгоценных металлов от четверти унции до 3 килограммов. Апреля 2011 года Центральный банк Российской Федерации объявляет о выпуске в обращение первых памятных монет, посвященных зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. В том числе впервые выпускается памятная монета из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей. Монета выпускается тиражом до 10 миллионов штук и будет находиться в обращении. В 2011 году выходят в обращении 4 из планируемых 16 монет номиналом 3 рубля. Современные виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр. Дизайн всех 16 видов этих монет включает изображение на реверсе методом тампонной печати растений-эндемиков. В первом выпуске монетной программы «Сочи-2014», разработанной Центральным банком Российской Федерации, также две золотые памятные монеты виды спорта первых Олимпийских зимних игр номиналом 50 рублей, памятная золотая монета «Флора» номиналом 1000 рублей, памятная монета из серебра «Русская зима» номиналом 100 рублей, инвестиционные монеты прямоугольной формы из золота и серебра. Впервые на аверсе всех монет размещен государственный герб Российской Федерации. Официальным распространителем памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, посвященных 22-м Олимпийским зимним играм и 11-м Паралимпийским зимним играм 2014 года, на территории Российской Федерации является Сбербанк России. Монеты программы «Сочи-2014» официально распространяются и на международном рынке. Монетная программа «Сочи-2014», разработанная Центральным банком Российской Федерации, включает в себя 37 видов памятных и 9 видов инвестиционных монет. В 2011 году в обращение выпускаются 9 видов памятных и 3 вида инвестиционных монет из монетной программы «Сочи-2014».